Всем привет, с вами Карга. Извиняюсь за долгое отсутствие, майские праздники и череда дней рождений выбили меня из колеи. А тем временем вас, подписчиков, уже больше 800 набежало, что не может не радовать. Спасибо вам за подписки, лайки и комментарии, меня очень вдохновляет ваша активность. А теперь вернемся к теме видео. Сегодня я поделюсь с вами своим опытом в рисовании ровных линий. В первую очередь я хочу сказать, что рисунок прямых линий – это навык. А навык – это умение, созданное упражнениями и или привычкой. Соответственно, ровные линии вы научитесь рисовать тогда, когда у вас выработается мышечная память и глазомер, то есть вы научитесь точности и координации своих движений. Я знаю, что вам хотелось бы услышать нечто вроде «Как научиться делать прямые за 5 минут?» или «5 лайфхаков для рисования прямых линий?» Эти громкие фразы ласкают слух, но зачастую ведут вас по ложному пути. Правда же заключается в том, что сколько бы видео вы ни посмотрели и сколько бы объяснений ни получили, реального умения вы достигнете только через практические упражнения и регулярные тренировки. Тем не менее, есть несколько правил, знание которых облегчит вам задачу. Первое. Не бойтесь ошибок в процессе тренировок. Страх вызывает дрожание руки, а дрожащей рукой ровную линию, как вы понимаете, провести не получится. Постарайтесь успокоиться, включите любимую музыку, окружите себя вещами, вызывающими у вас комфорт и стабильность, и спокойно в одно касание начинайте проводить линии на бумаге. Второе. Если вы новичок в рисовании, то начинайте с коротких линий, постепенно увеличивая их длину. Для большей уверенности вы можете ставить наводящие точки для своих линий, одну в начале и другую в конце. Третье. Если вы рисуете на маленьком формате, то в рисунке вы можете задействовать только кисть. Смотрите, вот так. Для рисования таких коротких линий не нужно задействовать локоть или плечо. Если вы рисуете на среднем формате, то используя в рисунке только кисть, вы не сможете добиться ровной линии. У вас будет получаться дуга. Видите? Здесь вам необходимо задействовать локоть. Вот так. Если же вы рисуете на большом формате, то вам нужно будет задействовать всю руку от плеча. Таким образом, получается, что чем больше поверхность для рисунка, тем большую часть руки вы используете для рисунка линии. Четвертое. Также важно знать, что при рисунке линий на горизонтальной поверхности нужно держать инструмент как ручку, а при рисунке на вертикальной поверхности нужно держать инструмент, как бы положив его на руку. Вот так. Ну и пятое. Рисуйте больше предметов, содержащих в себе прямые линии. Архитектуру, интерьеры, технику, геометрические фигуры. Комбинируя в них линии с разным наклоном и разной длины, вы будете обретать опыт рисунка ровных линий значительно быстрее. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Не забудьте подписаться и жмакнуть колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И, конечно, не забывайте ставить свои царские лайки. Пока-пока!